Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. И да, тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. Всем приятного просмотра, погнали! В Индио, штат Калифорния, прошел вечер бокса от Golden Boy и DAZN, в главном бою которого Хайми Мунгие встречался с Тораном Джонсоном. В шестом раунде Джонсон получил серьезное рассечение верхней губы в результате пропущенного апперкота от мексиканца. После окончания трехминутки рефери принял решение остановить поединок, присудив Мунгие победу техническим нокаутом. Топ-проспект второго среднего веса Биктимир Меликузиев завоевал вакантный титул WBO Intercontinental во втором среднем весе, победив нокаутом в третьем раунде Алана Кампу. В Сан-Антонио состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу. В главном событии чемпион WBA в легком весе Джервонте Дэвис проведет бой против чемпиона WBA в первом легком весе Лео Санта-Круза. Вес Санта-Круза составил 58,5 кг. Стрелки весов под Дэвисом показал такой же вес. Также Джервонте Дэвис считает, что Василий Ломаченко слишком распиарен и переоцененный боксер. Это была работа медии, они сделали его богом. Меня это не касалось, ведь я боец. Я не могу говорить о том, с кем боец должен или не должен драться. СМИ поместили его на пьедестал и заявили, что он лучше Флойда Мейвезера. Они возвели его на трон, будто он неприкасаемый. Разве это был первый бой, в котором он пропускал удары? Это стало понятно еще два боя назад. Флойд Мейвезер рассказал, когда могут встретиться Джервонте Дэвис и Теофимо Лопес. Ранее были озвучены дальнейшие планы самого Теофимо. Джервонте Дэвис никого не боится. И причина, почему мы еще не провели определенные бои с боксерами топ-рэнк, это, как я говорил, слишком большое количество титулов. Если танк пройдет Лео Санта-Круза, а в этом я уверен, то потом он пройдет еще один поединок, а уже затем, надеюсь, мы устроим Джервонте бой с Теофимо Лопесом. С топ-рэнк работать нелегко, не так легко, как вы думаете. В Лондоне завершилась процедура взвешивания к поединку Александр Усик – Дерек Чисора. В канун Хэллоуина британец решил эпатировать публику эффектным образом. Александр весил чуть более, чем в своем прошлом бою против Чаза Уизерспуна. Чисора показал более низкий вес, чем обычно. Усик после церемонии взвешивания оценил свой вес, а также пообещал доказать всем скептикам, что способен выступать в этом дивизионе. Он говорил мне, что я знаю, что ты меня понимаешь, и он все время повторял: война, война. У меня тот вес, который я хочу. Можно было даже немного больше, но и так хорошо. Какое заявление хочу сделать своим боем с Чесорой? Важно себя показать, чтобы у соперников больше не было вопросов. Говорят, что люди не верят в меня, не доверяют, что я способен здесь выступать. Хочу сказать им, что это ваши проблемы, что вы в меня не верите. Но завтра я сделаю заявление в ринге, всем покажу по поводу себя в супертяжелом весе. Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя. «Я привношу африканский стиль мандинго. Я хочу избить его грубо и жестко. Я иду на войну в африканском стиле. Он выйдет в европейском стиле. Я иду на войну, это все, что я знаю. Сегодня время войны, время боя. Иду на войну, не пропустите это. Я в форме, и вы будете удивлены увиденным на ринге. Либо я его нокаутирую, либо он сдастся, сидя на табуретке». Президент UFC Дана Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. Никто не знает, провел ли Хабиб свой последний бой, ни тренер, ни кто-либо другой. Когда он объявил о своем уходе, то я подумал: «О боже, ты издеваешься?» Но я так скажу, я говорил с Хабибом, он был очень эмоционален после боя против Гейджи. Я чувствую, что он вернется и сделает 30-0. Его отец хотел этого, я думаю, что он сделает это ради своего отца. Сайт fighting.com оценил перспективы Шавхата Рахмонова в UFC и сравнил его с Геннадием Головкиным. Только впечатляющая победа Шавхата Рахмонова над легендарным Дональдом Сероне поможет ему подняться в UFC и полусреднем весе. Это покажет, что Казахстан – это растущая страна в ММА, что гораздо больше проспектов могут выйти из Казахстана и преуспеть в UFC. Шавхат Рахмонов возглавит сборную Казахстана, став Геннадием Головкиным из ММА. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Ваше мнение очень важно. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Это очень помогает в развитии канала. Всем крепкого здоровья, удачи и увидимся завтра. Всем пока.